pressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way, way down, down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. He made old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down, down in Egypt land. Tell him. Pharaohs, to let my people go. Let my people go. Вот сейчас моя уже собрана красава, мой красавец. А это еще мы вот пытаемся. Это хорошо, я взял это запчасть от столика, лежит там под килем. Иначе можно пробить просто днище. Надо ее вынуть будет. Столик-то нужен вы. И оставить мне на что? Фанерка. Подготовка к сплаву. Опять маршрут тот же, но как бы, вернее, стартовая точка та же, Амурск, но ветер встречный. Ух, горы как великолепно видно. А горы, кстати, видно даже за Амуром. Пусть она у тебя едет тогда в это, в байде. Не, у меня просто ложить не особо. Узковато я под ноги хотел, но я уже сделал. Там самое сексуальное теперь осталось. Но я свой за 20 здесь собрал, не напрягаясь. Минут. А тут пока уже. Это при этом мы собираем вот в идеальных условиях, да. Бетонка чистая, стекла смели, тут, конечно, засрано было. Но можно сюда передвинуть, вот ближе ко мне. Господа изготовители отечественного оборудования, да, почувствуйте разницу, вы хоть что-то меняйте, пытайтесь улучшить. Так, натягивать, да, опять надо, значит, помощь. Все, выключаю, сейчас будем дуем растягивать борт. Да, блин, людей каждый норовит дать советы. Нас, я думаю, будет собрано. Что там еще не выпрямляется у меня? А, в позывы эти. В общем, ощущение такое, что у нас конструировано, блин, желание отбить охоту сплавляться. Соберешь так разок другой, скажешь, нахрен их. Раздался торжествующий крик, похоженный, как вы там, 12 или, на крик испуганного, израненного животного. Лодка собралась. Еще какие-то детали остались. А, ну там еще я вижу дырки.
наша веселая компания сегодня на двух посудинах, на двух кораблях, можно сказать. Но вот ветер в лоб хреначит. Он барашки белые, встречный. Я вон стою, меня даже течение не уносит никуда. В этот раз заплыть решили вот тут место получше, лестница, пляж Амурский, что удобнее собирать. Ну, короче, полтора часа сборки вот этого вот страшного хреновины. Сейчас посмотрим, какая она на воде будет. Вот типичные песчаниковые такие сопки, скалы на берегу Амура. Вот видно, как выбирала породу, вот сверху заросли дубами. Вот такое классическое обнажение, прям подходящее к берегу. То есть вот коренное у берега уходящее. Своего рода мыс в большую воду. Тут, конечно, вода бушует. То есть когда она на 4-5 метров поднимается, а пик вообще она тут на 8-9 поднималась. То есть можно представить, конечно, как она эти скалы обтирает. Вот в прошлый раз я шел под тем берегом, как бы эту всю красоту я не сфотографировал. Все, не влезет в формат, иначе будет безразмерный фильм. Конечно, это рядом с Амурском все, поэтому бутылки, стекла, прочий, короче, техноген засрач. Ну, в этот раз нас ветер встречный зажал. Вынуждены идти под этим берегом. Видимость великолепная в сторону Хабаровска, вон сопки. Туда дальше Малмыш там, ну, в общем, то по карте. А наш путь опять вот к тем сопкам. Все как всегда. Но мы пойдем сейчас по другим протокам, более крупным. Ближе к Амуру, как бы, уже по этому берегу. Ну, посмотрим. Ветер, конечно, пакость отжирает половину скорости. Практически на течении. Вот я, наверное, сейчас опять что говорил, все задуло ветром. На течении бороться, в общем, сложно. Моя, конечно, не такая ходка, киля явного нет, в отличие от вот этой вот Маринки. Как не материли, но идет она хорошо. Вадя. Все, попили, продолжаем путешествие по бескрайним просторам Амура. Так, пока меня тут волна не за это самое, попытаюсь я снять скалу. Обалденная. Все равно меня разворачивает ветром, ветер встречный и волна. Вот сейчас прохожу, в прошлый раз снять ее не получилось по причине, блин, да что такое, солнце забивало все. Вода, кстати, упала все-таки. That was mine.
wanna take off, oh baby. Блин, меня тоже крутит. Ага, ну вот так, нормально. Блин, да что такое? Не, я заколдован, я как достаю камеру, начинает. Блин, мотыляк. Ну они все тяжеловато. Надо аккуратно просто двумя, если крутой поворот. И чтобы это не завалиться. При резких движениях можно завалиться. Поэтому мы резких движений не будем делать. Вот. Остается позади коса, на которой стояли. Амурск. Впереди новые приключения. Нельзя смеяться. Потому что надо по ветру развернуться, и мошка в рот летит. Фу, бля. Вот этот мелкий остров, короче, закрывает вот маленький. То есть все, оливье уходит протока. Вот сейчас мы, вот это основная, то есть нам надо влево перегребать практически. Посмотреть, если мы хотим. Обойти мы уже не попадем. Вот в левую маленькую дырку. Вот две дырки. Одна вот сверху, вот этого мелкого. Вторая сзади. Вот место, где начинается протока, ведущая в большую хурму. Увидеть его крайне сложно. Вот сейчас я, благодаря хорошей погоде и тому, что товарищ есть, который может со стороны снять кое-что с фото. Значит, вот как мы идем, кончается остров. Причем можно зайти вот островок выше, там хоть и ветки, но это будет правильнее. А можно вот в эту проточку, придется метров 100-150 подняться, потому что она, ну, выше. А это выходит опять большой Амур. То есть вот так вот, промахнуться очень быстро. Ну, у кого GPS есть, конечно, не промахнетесь, но сориентироваться так проблематично. Ориентир, вот высокая сопка, самая такая трехгорбая, самая верхняя ее вершина, ровно напротив получается, как бы. Ой, это мы так позавтракали плотно, я вообще не завтракал, но Степаныч вот любитель плотно покушать, в результате мы потеряли почти полтора часа, но зато рис с тушеночкой. И сейчас практически, я, можно сказать, пообедал. Такое состояние, что неохота даже грести. Вода прибывает, причем достаточно стремительно для Амура. Сантиметров 30 уже прибыло. За ночь 20, и так в течение дня еще 20. Даже 40 получается. Ну так, условно 30 берем. Соответственно, рыба с Амура валит в протоки. Рыбалка опасная. В общем, увы, ах. Ну а здесь, конечно, стоять шикарно. То есть она туда дальше за поворотом. Закрыта как минимум с одной стороны от ветра точно. Рыбаки тут, конечно, бывали, но в целом чистенько замыли. Ну, тут если стекла были какие-то, все прошлогоднее.
Амур это все замыл грязюку. Вот видны, банка какая-то была только. А, наверное, Степанович ее под черви забрал. Вон она валяется. Все, консервы. Больше ничего нет такого. Вот костровище. Ну, нормально. Да, и с дровами, как ни странно, тут придется поискать, наверное. Дров не так много. Сухих палок вот, как бы по берегу было. Почему, не знаю. Вот на том берегу вал. Может, правда, тоже. Рыбаки все-таки выбирают сушняк. Ну, а мы сейчас по Амуру фигачим. По Сандинке, вернее, в сторону Амура. Туда вниз. Ой, я отваливаю. А нет, да. Я развернусь. Попойду. А что это вы тут делаете, а? Байдар. А мы тут это загораем. Наслаждаемся крестом. Ну и как оно? Да шикарно. Сидел бы дома, лучше купил бы себе мармеладу. Да, почесывал пузо. Мармеладу купил бы. Мармеладу. Зубы же выпали. Смотрел бы по телевизору, как дураки какие-то пречи справляются. Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Он перекаты пошли уже. Несет красиво, вот берег. Ветер плюс течение, это, конечно, страшная сила. Штурманский, значит, мой гений привел точно, как указывают карты. Все, и вот мы зашли в протоку, причем тут сейчас прыгали сазаны. Неплохие такие, на килограммчика полтора. Свидетелями были. Ну, рыба прет в протоке. Степаныч пошел купаться. Я сейчас вытащил попить чай. Или сок сейчас решим. Потому что идем уже, в принципе, третий час пошел, как мы, с нашего места. Ну, еще по проточке нам идти, наверное, часик-полтора, пока не найдем место для ночевки. То есть, вот, место супер симпатичное. Вот эта вот дикая ширина, там, конечно, вон, видно дерево, течение уже несет в Амур. Плюс этот прибыток воды, вот вода мутная, к сожалению. Пошло. Степаныч, он ракушки собирает для наживки. Ну, он маньячит, что вот на ракушке он поймает. Наш улов, конечно, сейчас есть, но какие-то рыбы сумасшедшие напрочь. На кукурузу, на удочку попался верхогляд. Ну и я словил тоже почему-то. А, я словил на тесто. Вот так вот. На этом ограничилось пока.
За рекой гремит гроза, вольный ветер вьется, разбинула степь краса. От луны до солнца пьет багряное вино, ей любой не пара. Здесь лихой разъезд Махно сцапал комиссара, сцапал комиссара. Была драка свара, из седла он полетел с одного удара. Скачут хлопцы в зной и в дождь по степи ковыльной, дегтем надпись хренуешь на тачанке пыльной. Комиссар в ногах дрожит, пропуск его выдал. Ох и врады парни жив, день веселый выпал, день веселый выпал. И Зякац к нам прибыл, глянул пропуск и Саукацу плетью всыпал. А зато тебя я бью, комиссар пархатый, что в расход мою семью ты пустил за хатой. Наши близкие давно тлеют на погосте, выгреб, сука, все зерно до последней горсти, до последней горсти черепа до кости. Там, куда ты приходил с прод разверской в гости, вот пустынное сельцо верный путь приводит. На высокое крыльцо сам Махно выходит. Кац к доске глядит кругом, может, выкуп сколько? Топнул батька сапогом, расстрелять и только, расстрелять и только. Твоя доля долька заряжает револьвер, казачонок бойко. Ну, красивый, мелкий. Глаза. Он не взял рыбу. Он взял какой-то вонючий пакет тупой. Я ему дам сейчас сюда. Иди сюда, чудило. Вот я думал, собаки следы, это лиса. На, держи. Им все тут исхожено. Вполне. Ой, блин. Бошку верхогляда. Так, я хотел чай допить и не успел. Отвлек меня наш посетитель. Иди сюда, дурак. Такое впечатление, что он сюда попал, не знает, как хоть. О, карась прыгнул. Сильно он худющий просто. Все, у нас тут собака теперь появилась. Блин, сколько стекол. Иди сюда, дурачок. Бежит, бежит, бежит. Ну да, цапнет. Сейчас он вон за этой, за рыбой залезет. Нашел, нашел. Бошку, все. Получено, взял, да? Что, не нравится тебе верхогляд? Степаныч, горит костлявый.
все потащил, подарок. Довольный жизнью. Аж припрыжку помчался, слышь? Вот так вот, аж как ребенок радостный. Она ему в пасть не влазит, башка. Ну, может быть. Интересно, далеко убежал. Ну, он так понесся резво. У него нора где-то должна быть, логовище. Он не так же просто шарохается. Не, не вижу, все. Исчез в прериях. Бескрайние просторы Дальнего Востока. Вот оттуда мы приплыли, там на горизонте антенны Амурска видны. Вот отсюда, от этого поселка, еще 13 километров по автодороге до моста, причем. Даже до, не до моста, даже до выезда на мост. Там еще пару километров и мост. Ну, а нам вот город. Вместо того, чтобы ловить рыбу, я буду ловить лис сейчас. Степень наглости просто. Покусал, пошел. Степаныч, надо уху делать. Шкет, ты что хочешь? Иди сюда. Лисенок. Сирота казанский, блин. Туда нельзя, слышишь? Шкет. Ой, блин. Так, мне тут где-то оставили фотик. Сейчас, подожди. Так, Степан, где ты фотик положил? Сейчас я на две руки буду снимать. Сейчас, подожди. Ну, шкет вообще прикольный. Сидит как сирота такой. Комары. Так. Сейчас тебя покормим. Глаза интересные. Крупный план. Иди сюда. Он вон это, как собака. Запах сбивает. А этот, режим у тебя есть видео, Степаныч? Иди сюда. Такое ты ешь. На. На. Бери. Печенюшки ест. О, ну все. Овсяное печенье. Good. Ускакал. Печенюшка в зубах. Very good. Вон там потом. Сейчас, подожди. Вот сейчас Степаныч, как этот воспитатель с хер знает сколько-летним, с 10-летним стажем, 40-летним. Сейчас тебя будет воспитывать. А, он ее только так прикрыл. Конечно, он вот уходил. Пришел довольный. Он до этого так близко не подпускал. Вот смотри, смотрит на тебя. Вот, хороший дядька, не переживай. Тут близко не подходи. Вот все уже, все. Можно кинуть. Близко он не подойдет. Не, он близко не подойдет. Ты кинь, кинь. Все, он залег. Заивай. Да вот сюда кинь, надо, он видеть должен. Иди сюда. Бери. Все. Спасибо вам. О, в припрыжку. Чесанул я, блин. Успею есть.
Да ничего, нормально. Пусть растет большой. Мышей давит грызу. Мышей не будет зато. Какая радость. Чуден Амур при тихой погоде. Какой был ужас, когда я в прошлый раз шел тут с волнами, со всем остальным. И что сейчас? Все равно сдувает меня ветром. Вынужден я подгребать. Дождевые такие облака. В общем, погода, как всегда, странно. Вот перекатики начинаются небольшие, но все сужение сейчас забурчит вода. Все так просто. Я обнаружил пуп земли, Степаныч. Вот. Воронка. Видишь, крутит, стою. Да нет, не стою. Относительно берега двигаюсь.
Ну интересно. Вблизи так. Разгоняется он перед мостом. Ой, ну назад вообще ведуха. Откуда мы вот пришли? У меня получилась корма загружена сильнее, да? На корму меня утягивает. Там еще один удар. Нет, не надо. Сейчас Несси как вынырнет. Ага. Лох-несское чудовище. Так, гребем. I was a stranger in the city, out of town where the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do? The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low and had me down. I viewed the morning with alarm. Уголь пруд. The British Museum had lost its charm. Судно. How long I wondered, could this thing last? Да. But the age of miracles had passed. Yes, for suddenly, baby, I saw you there through the fog in London town. The sun was shining everywhere. A foggy day in London town had me low and it had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. For suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining saw you there,
sun was shining, oh, baby, everywhere. Ba ba da da da, pizzas, vas vas, and dozens. Тихий базар. Морские крупные, крачки мелкие, речные. Я вот сейчас сюда швартанусь. Водичка прибыла чуть-чуть. Spoke the Lord, bold Moses said, "Let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. 'Cause the Lord said, go down, go down, Moses, Moses, where?"